Сочинский государственный университет – постоянная площадка для крупнейших научных конференций. Сегодня здесь их открылось сразу две. В ходе первой ведущие ученые из вузов России, Германии и Турции, всего около 70 спикеров и гостей, рассуждают о том, как влияет проведение крупных мероприятий, в том числе Олимпиады, на экономику, экологию и социальную сферу принимающих городов. Мы подписали контракт о сотрудничестве с Сочинским госуниверситетом. Сегодня на конференции нам интересен опыт курорта в проведении Олимпиады. Мы знаем, что игры прошли на самом высоком уровне, и хотелось бы узнать секрет такого успеха. Немецкий университет Хайльброна – еще один зарубежный многолетний партнер СГУ. В Сочи из Германии вуз привез группу студентов из 12 человек. Они и еще более полусотни молодых ученых представят свои доклады на студенческой конференции по туризму и спортивному менеджменту. Мы пишем про горнолыжные курорты Сочи, про Красную Поляну и проводим сравнительный анализ критериев по информации, которая представлена на сайтах немецких. Я считаю, что прежде всего важно, что наши студенты, молодые люди, друг с другом встречаются, познакомятся. Это для своей точки зрения база и цель нашего сотрудничества. Кроме того, в ходе научных мероприятий совместно с потенциальными работодателями будут обсуждаться проблемы подготовки кадров в связи с победой СГУ в конкурсе опорных вузов страны. Это достаточно престижно. Была очень сильная борьба между российскими вузами. 88 участников подавали свои заявки, но только 22 вуза получили этот статус. Поэтому мы считаем, что мы, с одной стороны, получаем новые возможности, но, с другой стороны, нас это обязывает к более серьезным результатам. Завершатся конференции 19 мая экскурсиями по прибрежному кластеру Сочи. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.